Несмотря на бурю, воздух очень-очень теплый. И мы выезжаем. Лиза очень чистоплотная. Все грязно, ей не нравится. Мишка, тебе открыть дверь? Все, заходите в машину, садитесь. Буря утихла, да? Ну вот! Что такое, Максим? А, Максим не покупался в бурю. И он очень сильно расстроен. Да. Максим, целый день будет такая погода. И волны те же самые. Нет. Нормалек. Все, все гуд. Поедем за солнцем. Выезжаем искать на поиски солнца. Где-то же оно есть на этом острове, да? Должно. Не может же быть по всему острову такая погода. Хотя все может быть, да? Это же без регистрации. Может быть, даже это вообще катается. Да, папа! Не, ну да, они в этот городок. Да, они это просто пацаны катаются. Ну хотя, они ж могут здесь жить, да, вот этот городок бомжей. Полный такой, много-много-много людей там живет. Ну, будем называть своими именами все. Если это бомжи, то это бомжи. И мы не смеемся над ними, никак не насмехаемся, просто как ну, есть. Пойти, если они там построят свои домики, то уже не бомжи. А кто им даст построить свои домики? Им просто дают здесь жить пока. Временно. Хотя это временно уже, да, как последние 5 лет я точно помню, да? Ну да. Этот райончик. Построиться. А куда сначала мы направляемся? Мы кофе, да. Конечно же. Надо. Сегодня же Рождество. Сегодня Рождество. Всех с Рождеством Христовым. Ну, мы отдыхаем, в общем-то. Все, много чего должно быть закрыто, но кое-что может быть и открыто будет. Поэтому, я думаю, на Каолине может быть открыто, да? Так как все-таки там туристическое место. Такое приезжаем, а там никого нет. Да, это тоже возможно. Вот Макдональдс не работает, например. Ой-ой. Так что, скорее всего, все закрыто, да? Ну да, если Макдональдс закрыт, то значит все закрыто, наверное. Но мы, значит, выехали посмотреть на остров. А в Ганалулу все открыто, я думаю. Все в Ганалулу закрыто. А что, и светофоры не работают даже? Светофоры тоже выходной. Ну, буря у них сегодня хорошая такая была. Если еще заправки не работают, то вообще можно разворачиваться дома. А, да? То есть у тебя что-то... Бензин уже закончился? Да. Это самая вредная погода на Гавайях, скажем. О! А Jack in the Box, по-моему, работает, да? Да, да, да. Нет, работает. Jack in the Box! А почему нет? Я не хочу. Там все жирное. Просто Максим хочет. Нет, ему нельзя. Тамура открытая, по-моему. Тамара. Какие еще сладости? Там я сладости. Тамура. Максим бургер хочет решать заработать. А Костя, почему? И машин много. Когда спи, садилась на наушники. Может, там мозг прибыль слушать. Наручники? Я думала, наручники, наушники, да? У меня защита от воздуха и от этого. От храпа. От нашего шума. Нет, просто от волн. Кстати, я первых 2 дня привыкала к шуму волн. Потом привыкла. Даже нравится сейчас просыпаться под шум волн. И самое интересное, как я замечаю, когда спишь, вообще волн не слышишь. Как только ты проснулся, такой раз шум волн слышишь. Ну, когда мы спим, мы вообще ничего не слышим. Ну да, но интересно просто то, что ты открываешь глаза. Ну, глаза еще закрытые, то есть. А ты уже слышишь шум волн и потом открываешь глаза. Ты как бы чувствуешь, что ты проснулся. Появляется шум волн, а потом открываешь глаза. А я не знаю, я нормально с тем.
Может, это из-за того, что я с папой спит все время? И он храпит. Я уже привык. Вы же сейчас в своей комнате там, мужской. У нас разделилось на два фронта. Мужская комната и детская с мамой. Ну, так вот, отдыхаем. Значит, Starbucks открыт. По-любому можно заехать кофе купить. Я еще хотела бы и вот эти гавайские булочки там с начинкой купить, если они работают сегодня. Ну, вряд ли, да. Палатка тут сидит, там живут. Буря. По идее, сегодня надо будет просто спать. Целый день спать, да? Да. И плавать. Плавать и спать. Здесь еще больше дождя. Я думала, мы от дождя уедем. Так это все лучше. Ага, еще больше волны, Максим. Да. Ты же хотел в волнах. И ветер больше, и волны больше, и дождь больше. Максим бурю хочет купаться. В шторм очень опасно купаться. Понимаешь? Там где-то Гонолулу съездим сегодня. Если там дождь, ходить под дождем. Кость, как этот городок называется? Вайанае или как? Вайанае? Мы находимся в Вайанае. По-моему, если я правильно произношу. Мол, тот, где мы вчера были. Да. Здесь под навесом? Нет, как раз открытый. Магазины, конечно же, заходишь в каждый магазин, а все под открытым небом. Пальмы растут, ну, в этом же весь прикол. Будь здоров, Макс. О, Максим у нас...